Готовность жилого фонда и коммунальной инфраструктуры региона к новому отопительному сезону составляет 35%. Вся система ЖКХ должна быть готова к 15 октября. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко на заседании правительства Приморья. Работа эта идет в плановом режиме. Те сроки, которые были взяты коллегами, выдерживаются. К сожалению, единственно по результатам гидравлических испытаний выявляются, так скажем, дополнительно объемы участков, которые требуют времени не, так скажем, те две недели, которые мы всегда планируем, а зачастую месяц и до полутора. Но как раз таки вот с учетом наибольшего износа сетей теплоснабжения в Владивостокском городском округе совместно с муниципалитетом и ресурсоснабжающими организациями мы делаем упор именно на замену сетей теплоснабжения. Олег Кожемяко подчеркнул, что главы муниципальных образований, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса должны запасти необходимые объемы топлива, устранить все аварии. Отметим, на данный момент в крае насчитывается 10 тысяч километров тепловых сетей, 840 котельных, почти 14 тысяч многоквартирных домов. Подачу тепла и воды обеспечивают 185 предприятий. Анна Дьякова, новости на восьмом.